Итак, всем здравствуйте. Спасибо подписчикам, спасибо тем, кто смотрит мои маленькие такие зарисовки. Начнем свое видео сегодняшнего дня все-таки с воды. Моего посещения речного вокзала, Дубовки и реки Московки. Вперед, ребята. Смотрим то, что я увидел. О, подняли лапки. Трое подняло. А четвертый не хочет поднимать лапку. Ну что, скоро они будут летать. Это мы пришли на речной вокзал. Но это не старый знакомый. Такого года два назад я не видел. Это, наверное, уже следующее поколение рыбаков, рыбоедов. Ну, главное, кран еще держится, кран стоит. Вот такая. Ха, покажите мне того, который сидит. Ребята, ну что, судя по всему, вода ушла много. Наверное, метра три. По сравнению с 21 годом, когда я был здесь последний раз. У них рыбный день. Ну что, Мишенька не рискнул туда сесть на краек и поболтать ножками. Это даже с такой вышки в бассейне я не прыгал. Не рисковал. Ну, 2 метра, 1,5 метра прыгал. Но здесь бы я не стал бы делать такого. Короче, ничего. Поменялась вот такая картина воды. Уровня воды. Что ты еще, Миша, поумничаешь? Ну что, вода ушла вот туда, как и Захарий, в сторону Херсона. Ну, может быть, когда-нибудь это все вернется. О, я помню, как здесь лед стоял на Днепре, и этот самый катерок его ломал. А там взрывы, ребята. Из Разумовки ребята ходили пешком в 80-м году на занятия. По-моему, так. По-моему, я не вру. Ох, нифига себе, лодка какая-то едет. Ну, как говорит Google, русло реки Днепр вернулось в первоначальное состояние, в положение. И равняется 1 километру где-то там, в низовьях. Что они говорят? Придется приспосабливаться к тем ситуациям, которые мы не сможем изменить в ближайшее время. Как сказал сегодня Google, мне уже не занялись, как называется, институты проектированием перемычек верхней и нижней. На это время сказали, уйдет год. А потом на постройку станции 5 лет. Ну что ж, придется ждать. Ну вот там где-то Миша был в Конном театре. Не знаю, по-моему, да. И от Конного театра прошел пешком аж до набережной. В 12 часов начал свой маршрут, а часов 7 кончил. А вот это у нас край Хортицы, по-моему, так. Плохо, что нету цапли. Это, по-моему, напоминает носорога. Сказал рыбаку, что эта рыба должна разговаривать. И я думаю, что эта рыба говорит о том, что дай бог, чтобы вода пришла на старое место. Спасибо большое. Дай бог вам здоровья. Хорошего дня вам. Так, Мишенька вперед посмотрел, вода ушла. Идем дальше. Распоряжение от начальства получил. Ну, еще план на пески забраться. Ну и что я могу сказать еще? Песка больше нету.
краны не работают. Ну, какой может быть песок, ребята? Все. Не знаю, где же, как, где стоят эти баржи. Но рыба есть. Ну, ребята, вот такая ситуация в Дубовке. Вода осталась, и вряд ли она уйдет. Разве что высохнет. Итак, ребятки, мы подошли к реке Московка. Вчера, позавчера, ну, неделю назад, здесь сидело два мужика и ловили рыбу. Вот так. Сейчас ловить рыбу никто уже не сможет и не рискнет. Ну, Миша рискует. А вот, видите, получается, эта Московка была обложена кирпичом, булыжниками, ребята. Вот такое мое наблюдение. Оба-на! Миша. Вот так. Вот такой струек. Струек, ручеек. И вот такая гадость пойдет в Днепр. А там где-то ее отфильтруют. И кто-то ее выпьет. Обалдеть. Круговорот воды в природе. Ну, вы увидели это. Я бы сказал, кошмарище. А что делать? И кому сейчас легко? Ну что, Миша? А кто-то здесь ложил эти кирпичики. О, блин, булыжнички. Ну что, контент есть контент. Давай, Мишенька, выключайся.